Добрый день, друзья! С вами компания Boston Technic. Меня зовут Станислав. Сегодня вашему вниманию представляем зерноуборочный комбайн Полесье GS12 2012 года выпуска. Находился в одном хозяйстве, в одних руках. Состояние полностью рабочее, полностью исправное. Идем смотреть ближе. Видим небольшие трещины, и колеса еще походят нормальные на четверочку. По внутренним узлам и агрегатам, как я и сказал, все работает, все исправно, проведено ТО. Давайте заглянем вовнутрь. Здесь тоже все достаточно хорошо и аккуратно. Все узлы обслужены, все, что нужно поменять, поменено. Техника готова полностью к работе. Вот по колесам я вам говорил, что небольшие трещины присутствуют, но это не критично. Наработка небольшая, порядка 3500 мотор-часов. В комплекте идет жатка для подсолнечника, подборщик и тележка. Достаточно в хорошем состоянии. Техника ухоженная. Так что новому владельцу хлопот никаких не доставит. На данный момент абсолютно без вложений. Спасибо за внимание.